Привет. Сегодня я хочу с вами поговорить на одну тему, очень интересную. О чем вы пожалели в жизни? Я пожалел о одном поступке. Он был очень глупым и неразумным. Ну, потому что я был в младшей школе. Но если бы мне вернули время назад, я бы его изменил очень кардинально. Это было, по-моему, во втором или в третьем классе. Было 23 февраля, 8 марта, и девочки дарят мальчикам подарки, а мальчики девочкам. И я был назначен дарить подарки самой девочке, самой красивой в нашем классе. И мой друг там тоже, там другой красавец. Но была такая девочка, которая больна была диабетом. И она должна была дарить там самому там какому-то там левому мальчику, я не помню его имя даже. И все, и пришел этот день, когда мы дарим подарки, и она идет и дарит подарки мне. Хоть она вообще не должна, она должна другому человеку. И получается, по итоге мы должны отдавать подарки ей. Я должна дать подарок ей. И я был так настолько зол, что я столько ебаных слов наговорил, что я об этом очень жалею. Пожалуйста, если у вас такой случай случится, не делайте так. Она все-таки же девочка. Даже если это мальчик был, ну это как-то неправильно.